Мой славный сын. Как он, Хюрем? Что лекари говорят? Они не знают, пройдет ли когда-нибудь эта болезнь. Но боли уже нет. И спит он спокойно. Но хотя бы боли нет. Да. Как ты, Сулейман? Зачем ты встал? Тебе нужно бы еще полежать. Не волнуйся, все хорошо. Слава Аллаху. Мы пережили такие ужасные дни. Если бы ты знал, как все здесь переживали. А ты знаешь, тебя все любят, оказывается. Я все это знаю, Хюрем. Как это? Кто рассказал? Мне рассказывать ничего не надо, Хюрем. Я все это видел, слышал и чувствовал. Сынок, дорогой мой, машалла, я так рада, что ты здоров. Спасибо, Валиде. Ваши молитвы исцелили меня. Я счастлива, повелитель. Вы нас так напугали. Ты совесть потеряла. Аллах лишь ведает, что ты про меня повелителю наговорила. Знай свое место. Кто ты, чтобы так со мной разговаривать? Ты так просто не уйдешь. Ты клевещешь на меня. Я тебя отомщу за это. Махидевран. Как же ты собираешься мне отомстить? Еще вчера я носила с собой яд. Если бы повелитель умер, я бы тоже жить не стала. А ты? Что делала? Повелитель болел, и вместо того, чтобы молиться, ты ждала его смерти. Валиде Султан себя объявила. Я вырву твой лживый язык! Прекратите! Вы, наверное, забыли, что я еще здесь. Валиде, она нагло лжет. Замолчи, Махидевран. Чем больше ты говоришь, тем стремительнее идешь ко дну. Я видела твои глаза, знаю, о чем ты мечтала. Так что помолчи. Лучше скажи спасибо, что вы с сыном еще здесь. Ты много лежишь. Так затекло все. Может быть, намажем мазью? Хюрем моя. Твой голос, твой аромат, твое прикосновение. Они меня исцеляют. Как же я соскучился. И я по тебе тоже.
Айбеге приходила ко мне. Она в отчаянии, плачет. Я ручаюсь, нет на ней греха. Откуда ей было знать о помолвке? Пойми, Валиде так неожиданно приняла решение о женитьбе. Айбеге повстречала его раньше, она полюбила. Балибей то же самое сказал. Потому что это правда. Балибей так жаль, прости его. Его судьба у Мустафы в руках, я приму его решение. Неужели ты доверишь Шахзаде судьбу воина, который столь верно служил государству? Это еще что, Хюрем? Придет день, и, возможно, в его руках окажется судьба Великой Империи. Махидевран. Неудачная для наследника мать. Кто знает, чем она ему голову забивает? Довольно тебе, Хюрем. Нет уж. Она покушалась на жизнь моих детей. Валиде отправила их во дворец Хатидже-Султан, чтобы уберечь от нее. Как такое забыть, Сулейман? Ты оказался при смерти, переживая за своего ребенка. А они хотели уничтожить твоих детей. Мне говорили, это такая традиция. Когда я услышала это, запаслась ядом. Чтобы ни я, ни мои дети не смогли оказаться в руках этих злодеев. Я посчитала, что лучше нам умереть от моей руки, чем погибать в муках. Ты хотела покончить с собой? Зачем мне жить, если тебя нет? Я увидел и верность, и предательство, Хюрем. Лежа на этой кровати, я все чувствовал и слышал. Все, что было на сердце у каждого. Лучше бы я ничего не видел. Я бы хотел стереть все из памяти. По крайней мере, тогда бы я умер в покое. Не думай об этом. Я тебе помогу забыть. Прежде отдай мне тот яд. Сулейман. Отдай, Хюрем. Тебе никогда не понадобится, потому что я всегда буду рядом.
Скажите правду. Это действительно вы сделали? Что я сделала? Гюльшах рассказала мне все. С самого начала вы мне лгали. Вы ужасно боялись, что Мустафа женится на мне, поэтому толкали меня к Балибею. А потом все рассказали. Значит, все, что говорят о вас, правда. Вы безжалостная женщина. Как вы могли так поступить? Неужели у вас сердца нет? Ай, беги. Если бы я этого хотела, зачем бы мне тогда ждать вашего отъезда? Абиге Хатун, что это ты здесь делаешь? Михримах, замолчи. Иди к себе. Мама, ведь из-за нее были бы... Я сказала, иди к себе. Ай, беги. Ты мой единственный друг в этом дворце. Я вам помочь хочу. Вы только выигрыш от этого будете, вот увидишь. О чем вы? Помолвку расторгнут. Балибея отошлют в его края. Ты тоже вернешься на родину. Только так вы сможете в будущем воссоединиться. А если его казнят? Верь мне. Мое сердце не ошибается. Теперь ступай и успокойся. Хватит, я больше не хочу. Нет, нет. Тебе нужно окрепнуть. Собирайся силами. Ну же. Повелитель. Говори. Шехзаде Мустафа Хазрат-Лири пожаловали. Зови. Наверное, это важно. Я оставлю вас. Повелитель, госпожа, доброе утро. Доброе утро, сынок. Говори. Государь, Балибея придется казнить. За свою ошибку он должен заплатить жизнью. Мустафа остановил казнь. Видимо, помиловал. Я же говорила. Успокойся. Добрый час, Айбеге. Мы будем скучать. Госпожа. Айбеге, счастливого пути. Уверена, когда-нибудь твое личико будет светиться от счастья. Спасибо. За все. Он беремен. Точно так, госпожа. А ты уверен в этом? Слышал своими ушами. Сюмбюль с повитухой говорил. Махидевран этого случая не упустит. Но зачем же ее в Эдирне отсылать? Клянусь, я сам этого не понял, госпожа. А. Видно, Мустафа все знает.
сына постеснялась. Молодец. Отлично, Гюляга. Убьем сразу трех зайцев. Что мне делать, госпожа? И когда же они уезжают? Вроде завтра, но... Ты за ними проследи. Повелитель наш чуть было не умер. Посмотрим, как будут спасать свою жизнь те, кто желал ему смерти и выгнал из дворца моих детей. Сюмбюль, почему мне не сообщили? Быстро зови лекаря! Пусть немедленно придет! Шахзаде. Эсма, отведи детей в их покои. Что такое? И что это за кровь на тебе? Эвсуна. И кровь моего нерожденного ребенка. Эта кровь пролилась по вашей вине. Эвсун беременна. Но таковы правила. Ты не грусти. Санджак вас ждет. Маниса – хорошее место. Вам понравится. Эвсун умерла. Что? В ее теле была жизнь. Мой ребенок. Вы и его погубили. За одну ночь забрали сразу две жизни. Мустафа, я совершенно ни при чем. Валиде Султан давно против нее была. Я не желала ей зла. Правда. Аллах да простит ее грехи. Лучше за себя молитесь. Теперь вам это намного нужнее, чем другим. О чем ты? Она призналась во всем, умирая. О вашем покушении я знаю. Мустафа. Это клевета. Как ты поверил в это? Вы сделали ошибку, Хюрем Султан. Покушение на жизнь Шахзаде – очень серьезное преступление. И вы еще поплатитесь за это. У тебя шанс появился, Паша. Скорее используй его. Нельзя упускать такую возможность. Уничтожь меня. Я проведу самое тщательное расследование. Ведь я несу ответственность за Шахзаде Мустафу. Но не волнуйтесь. Если на вас нет никакого греха, я вас буду защищать. Повелитель. Проходи, Хюрем.
Сулейман, с тех пор, как я пришла во дворец, на меня постоянно клевещут. Но это уже слишком. Они обвиняют меня, чтобы снять с себя вину. Ифсун Хатун была беременна. Они это скрыли ото всех. Пренебрегли обычаями. Они решили вывести ее, чтобы не соблюдать правил. Мустафа неопытен. Конечно, он пошел на это. А это Махидевран. Вместо того, чтобы помешать, она помогла ему. Узнав об этом, я поговорила с Валиде. Она долго думала, но приняла это решение. Я все это знаю, Хюрем. Валиде мне рассказала. Тогда поверь в мою невиновность. Ифсун, бедняжка. Ее же здесь все бросили. Кто ее слышал? Может, она и не говорила ничего? Может, они просто мстят мне? Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала. Что угодно, Сулейман. Я готова ради тебя пойти на все. Ты простишься с жизнью ради меня. Что такое моя жизнь? Если бы я могла, я бы сердце вырвала из своей груди. Раз так, выпей это. Сейчас. Значит, ты им поверил. Жаль. Так ты оценил мою любовь к тебе, мою верность. Выбирай сама. Или умрешь рядом со мной один раз, или много раз, но одна. Сулейман, этот яд наконец прекратит мои муки.
Где же я? Я не умерла? Нет, Хюрем, не бойся. Ты выпила не яд. Это было всего лишь снотворное. Его приготовили лекари. Как же я тебя убью? Тем более своими собственными руками. И беспредельную верность тебе. Моя несравненная любовь всей жизни. Ты сама подарила мне свою судьбу, Хюрем. Желай всего, чего хочешь. Просто обними меня. Большего мне не надо. Прошлая ночь была кошмаром. А сейчас я словно заново родилась. Я перед тобой мотылек, а ты огонь меня влекущий. Ты цвет и радость моих дней, и луч, что светит через тучи. А я твой раб, поклонник верный. Ты, госпожа, жду повеления. Но не терзай меня упреками своими. Ты для меня султанша и султанш. Вскружили голову мне локоны твои. Твой верный раб, влюбленный Махиби. Прошу, великодушно будь ко мне. Ведь я перед тобой всего лишь мотылек. Дело. Гюляга, что стряслось? Не знаю, как сказать. Фатьма и Фидан только и говорят об этом. Махидевран, султан, готовит против вас заговор. Шехзаде на этот раз тоже с ней заодно. Думаешь, я испугалась? Они постоянно плетут против меня интриги. Но, госпожа, они говорят, что ударят вас по самому больному месту. Полагаю, они хотят напасть на ваших детей. Михримах. С добрым утром, мама. С добрым утром, моя красавица. С вашего позволения, мама, я хочу написать одно письмо. Что за письмо? Кому ты хочешь написать? Балибею. Где он, как он? Я очень переживаю. Сколько ты еще сердец разобьешь? Только подрасти. Лучшие османские беи и паши всегда будут у твоих ног. Где твои братья? Все еще спят? Они ушли. Мустафа их забрал кататься. Мустафа? Эсма!
хорошая госпожа. Что я говорила? Как ты смеешь отпускать моих детей с Шахзаде и без моего разрешения? Но я... Приготовьте мне платье! Быстро! Харем-Султан, как вы осмелились ворваться ко мне? Это ты врываешься? Еще и детей моих забираешь? Эсма, отведи детей в мои покои. Мама, но мы сами хотели позавтракать. Селим. Идемте, мальчики. Мустафа, ты ведешь опасную игру. Не ведись на лживые речи своей полоумной матери. Чтоб больше я не видела тебя рядом с моими детьми. К счастью, это не вам решать. Это мои братья. Я буду видеть их, когда захочу. У вас я спрашивать не обязан. Держись подальше от моих детей. Иначе ты сильно об этом пожалеешь. Теперь прольется чья-то кровь. А ну не каркай, или сейчас твоя кровь прольется. Молчать! Циц! Госпожа. Что тут происходит? Не спрашивайте ни о чем, госпожа. Тут такое... Да Ехатун казнить могут. Она убила Балетуху. Что? Только вы можете ее спасти. Госпожа, умоляю вас. В чем дело? Расскажите мне все как есть. Валиде, госпожа, я узнала о случившемся. Все говорят, что Дае будет казнена, это правда? Какая казнь, Хюрем? Такого не будет. Вы ее простили? Учитывая, сколько лет она служила нам верой и правдой, я отправляю ее на заслуженный отдых. Завтра она уйдет из гарема. Как же так? Да, я совсем одна. Куда она пойдет? На что будет жить? Не беспокойся. Я подарила ей собственный дом. Кроме того, у нее есть свои сбережения, которых ей хватит на жизнь с лихвой. Повелитель опечалится уходом Дае, когда узнает об этом. Решение принято, Хюрем. Мой сын о нем знает. Я ему обо всем рассказала. Теперь оставьте меня одну. Я всю ночь не могла уснуть. Я очень устала. Хотеть же, ты побудешь еще тут? Конечно, Валиде. Ибрагим Паша принимает послов в нашем дворце. Я ухаживаю за братом, папа. Он больше не плачет. А вчера ночью он плакал. Я слышал. Боли вашего брата уменьшились. Но он всю жизнь будет нести с собой этот страшный недуг. Поэтому будьте всегда рядом с ним. Пусть в вашей любви он найдет исцеление. Сулейман. Почему ты позволил, чтобы Дае Хатун ушла? Я тоже опечален этим, но так будет правильно. Та женщина на нее напала, а Дае просто защищала себя. Жаль, что она уходит. Боюсь, порядок в гареме нарушится без нее. Кто ее заменит? Правда. Валиде без нее может не справиться. В этом вопросе я полностью согласен с матерью.
После такого случая в гареме, Дае, тут не будет жизни. Подумай. Пусть уедет. По крайней мере, доживет жизнь в покое. Госпожа, спасибо вам за все. Не за что. Обязательно дай знать, если что-то понадобится. Аллах да пошлет вам и вашим детям долгую жизнь. Аминь. И тебе. Шах завладеть власть. Пусть казначеем станет кто-то из наших. Это было бы замечательно. Но кто им станет? Кто станет? Валиде, кажется, я вам чем-то помешала? Нет, Хюрем. Кандидатура нашего нового казначея интересует Махидевран. Мы как раз ее обсуждали. Да я ведь только что уехала. К чему эта спешка? Гаремом нужно как-то управлять. Мы же не хотим в нем беспорядка, не так ли? А Гюльшах не допустит беспорядка. Мы видели, что она наделала. А ты кого бы нам предложила? Как я посмею, Валиде? Я буду за того, кого выберете вы. Вы нас вызывали? Я хочу, чтобы все узнали, что отныне за финансы гарема отвечать будет Нигер Калфа. Благодари скорее. Валиде, я благодарю вас. Я тебе доверяю, как себе, Нигер. С твоим опытом ты заменишь Дае Хатун. Только не подведи меня. Я сделаю все, что могу, госпожа. Поздравляю от всего сердца, Нигер. Да поможет тебе Аллах в этом трудном деле. Благодарю, госпожа.